Joy Division – британская рок-группа, образовавшаяся в Солфорде, Большой Манчестер, в 1976 году. Наряду с Soshi and the Badness и The Cure являются одними из ведущих коллективов постпанка. Joy Division были одними из первых, кто делал упор не на ненависть и энергию, а на настроение и экспрессию, расчищая дорогу меланхоличной, альтернативной музыки 80-х годов. Их музыка стремительно прогрессировала от примитивного прямолинейного панк-рока к более рафинированному, пространственному и глубокому звучанию с мрачными, обреченными песнями, видениями. В то время как панк-рок шокировал мир в конце 70-х, пишет энциклопедия allmusic.com, тихая буря музыки Joy Division, заключенная в сдержанности и эмоциональной силе, оказалась не менее важной для независимой музыки. Просуществовав лишь около 3 лет и выпустив 2 альбома, группа распалась в 1980 году после самоубийства вокалиста и автора песен Йена Кертиса. Оставшиеся участники Joy Division несколько месяцев спустя образовали группу New Order, которую ожидал коммерческий успех. Давайте же с вами пойдем поэтапно и посмотрим возникновение коллектива, которое было вдохновлено концертом в Манчестере лондонской панк-рок группы Sex Pistols 20 июля 1976 года. О группе, у которой не было ни записей, ни выступлений на телевидении или радио, было известно очень немногое. На этот их первый концерт в провинции в манчестерском Free Trade Hall пришло всего 35-40 человек. Однако некоторые называют этот концерт одним из самых важных в рок-музыке, давший толчок развитию всей манчестерской сцены новой волны. Sex Pistols разрушили миф о поп-звезде, музыканте, как о неком боге, которому надо поклоняться. Они показали мне, что в музыке больше духа, чем виртуозности, говорил Бернард Саммер, который пошел на концерт со своими школьными друзьями Питером Хуком и Терри Мейсоном. «Это было самым потрясающим, что я когда-либо видел в жизни», – вспоминал Хук 10 лет спустя. «Мы смотрели друг на друга и думали, боже, мы тоже так смогли бы». Самнер, на тот момент носивший фамилию Дикен, и Хук были из Солфорда, предместья Манчестер. Обоим было, около 20 лет. На следующий день Хук купил бас-гитару и начал репетиции вместе с Самнером, уже самим к тому времени учившимся играть на гитаре. Спустя время они поместили объявление на витрине манчестерского магазина грампластинок о поиске ударника и певца в группу, но им никого не удавалось найти. В итоге на объявление откликнулся 20-летний Йен Кертис из Мэксфилда, который оказался знакомым лицом. Он был одним из тех немногих, кто посещал каждый панк-концерт. «Так что рано или поздно пути наши не могли не пересечься», – вспоминал позже Питер Хук. Кертис говорил, что хотел быть в рок-группе 16 лет. Ничто другое меня не притягивало. Кертис был, как и Хук, Самнером, выходцем из рабочего класса, 1,5 года как женат и работал на заводе. Однако начинающим музыкантам потребовалось время, чтобы присмотреться друг к другу. Кертис сам к тому времени репетировал с одним гитаристом и не был уверен, с кем ему продолжать. Первые несколько месяцев 1977 года были отданы написанию песен и интенсивным репетициям в солфордском пабе. Группа училась на пластинках Velvet Underground, Iggy Pop'а, Дэвида Боуи и Kraftwerk, как ни странно. Первые концерты и дебютный альбом Soshi and the Badness также повлияли на Joy Division за их необычайный способ играть на гитаре и барабанах. С ними также иногда играл Терри Мейсон, пытавшийся выучиться на барабанах. Став достаточно уверенным в себе, коллектив начал искать возможности для выступления перед публикой, не имея еще ни названия, ни постоянного барабанщика. Такой шанс предоставился им 29 мая 1977 года в составе группы поддержки концерта «Бас Кокс» в манчестерском зале «Электрик Циркус». За день до концерта был найден барабанщик Тони Табак. Мейсон же, так и не сумев овладеть барабанами, стал неофициальным менеджером группы. С подачи певца «Бас Кокс» Питера Шелли, группа Самнера, Хука и Кертиса
получила на этом концерте название «Stiefkittens» – «Обдолбанные котята». Официально группа так никогда не называлась. В длинном перечне исполнителей концерта они занимали последнее место и были почти незамечены. Это первое публичное выступление вынудило музыкантов найти себе название. Было выбрано «Варшав», формально вдохновленная композицией «Варшава» с последнего альбома «Буи», но при этом оно также вызывало у членов группы тоталистические ассоциации со Второй мировой войной и блоком стран Варшавского договора. Также рассматривалось название «Погром» и «Гданьск». После нескольких концертов в местных пабах в июне 1977 года барабанщик Табак ушел. Ему нашли замену в лице Стива Бразердейла, который тоже долго не сдержался, но успел, тем не менее, сделать первую студийную запись с группой. Группа поместила объявление в газету о поиске барабанщика. На него в середине июля откликнулся 19-летний Стив Моррис. Кёртис вспомнил его, так как Стивен ходил в ту же школу, что и он. Довольно скоро они оба нашли общий язык. Моррис обладал широким диапазоном музыкальных вкусов, и немного метрономный стиль игры напомнил по стилю скорее крауд-рок, чем панк-рок. С приходом Морриса комплектование коллектива было закончено. 1978 год стал переломным в судьбе Joy Division. У группы появился менеджер. Выпущены были первые пластинки, прошло первое выступление на телевидении и появился свой лейбл и продюсер. В апреле группу увидел Роб Греттон, диск-жокей клуба «Хаферс», где часто выступали Joy Division. В ноябре 1978 года группа отправилась в первое турне по Англии. 27 декабря состоялось их первое выступление в Лондоне, на котором присутствовали журналисты из столичных музыкальных изданий. В январе 1979 года номер журнала New Musical Express выйдет с Кёртисом на обложке. На обратном пути в Манчестер музыканты заметили странное поведение Кёртиса, который стал натягивать на себя спальный мешок, а затем внезапно стал размахивать яростно руками в бессознательном состоянии. Также неожиданно приступ закончился. Группа отправилась в ближайшую больницу. Дома Кёртис прошел обследование у специалиста, который поставил диагноз эпилепсии. Приступом эпилепсии также соседствовали внезапные смены настроения. Друзья Кёртиса признаются, что ему не знали тогда, как реагировать на эту ситуацию. «Он отчаянно хотел делать вещи, которые ему было нельзя», — говорит Хук. «Он хотел играть в группе, хотел напрячь себя до предела, и это усугубляло его болезнь. Прожекторы вызывали приступы. Ему нравилось ездить на гастроли, но это ухудшало болезнь, так как он очень уставал. Ему нельзя было пить, поздно ложиться спать. Но он хотел именно такой жизни, и болезнь не позволяла ему это сделать. Перейдем же к первому альбому группы Unknown Pleasures. В конце января 1979 года группа вновь отправилась в Лондон, на этот раз для записи в радиопередаче Джона Пила на BBC. В группе стали поступать предложения о выпуске пластинок от различных лейблов. Genetic Records предложил 40 тысяч фунтов и пригласил на демонстрационную запись. В марте 1979 года Joy Division записали 5 песен для лейбла по настоянию Греттона. Группа не заключала контракт с Genetic, предпочитая подождать, когда Factory Records окончательно встанут на ноги. К тому времени у группы был уже достаточно материала для альбома и синглов. К записи своей первой полноформатной пластинки группа приступила в апреле 1979 года. Две песни с этих сессий «Autogestion» и «From Safety to Where» были отложены для сборника сэмплера Aircom 2, вышедшего на лейбле Fast Products в октябре того же года. Transmission стал первым синглом Joy Division, выйдя в октябре 1979 года. Пластинка не попала в хит-парад, но была положительно встречена музыкальной прессой. Октябрь и ноябрь были проведены в турне по Британии вместе с Бас Кокс. 16 октября группа дает первый концерт за рубежом в брюссельском клубе Plan K. 26 ноября Joy Division вновь появились в радиостудии BBC для записи на передаче Джона Пила, где предоставили свою новейшую песню «Love Will Tear You Apart». Вторую половину января 1980 года Joy Division провели в гастролях по Европе. Концерты прошли в Бельгии, Нидерландах, ФРГ и Западном Берлине.
В марте вышел второй сингл группы «Licht und Billheit» с песнями «Atmosphere» и «Dead Souls». Пластинка была оформлена с текстом Жана-Пьера Турмеля и картинкой Жана-Франсуа Жамуаля и фотографией Антона Кобейна с тиражом в 1578 экземпляров и изданный исключительно во Франции на маленьком лейбле, сингл прошел почти незаметно в Великобритании. Во второй половине марта группа приступила к записи своего второго альбома «Closer» и нового сингла «Love Will Tear You Apart». Записи проходили в Лондоне. По словам Хеннета, альбом для него был самым мистическим, непроницаемым, каббалистическим, запретным в своем таинственном мире. С музыкальной точки зрения, альбом был более экспериментальным, чем «Unknown Pleasures». Цельные композиции строились вокруг ритма, а не мелодии. Синтезатор стал использоваться в качестве ведущего инструмента, нежели аппарата спецэффектов, как ранее. «Closer», казалось, был подчинен фатальности с самого начала, писал журнал Rolling Stone. «Альбом тянет вас вниз, согласно своей собственной гравитации и логике, начиная с поражающего сценария Atrocity Exhibition до агрессивной 24 Hours», в которой Кёртис бросает последний взгляд на угасающий ландшафт существования. Но это еще не финал. Далее он берет нас на леденящий ритуал похоронной процессии The Eternal и, наконец, сладкозвучную Decades, самое сердце потерянного рая, где голос Кёртиса звучит безмерно печально, как Синатра. Плоды этой сессии Кёртису не суждено было увидеть. Сингл и альбом вышли в середине лета 1980 года, после его смерти. Когда дизайнер Питер Севилл узнал о самоубийстве, он позвонил Тони Уилсону, будучи в замешательстве по поводу подготовленной им в печать обложки альбома. На лицевой стороне был изображен склеп с итальянского кладбища. Оба осознали возможную интерпретацию продукта как коммерциализацию смерти. Тем не менее, альбом вышел в запланированном оформлении. «Love Will Tear You Apart» дошел до 13 места, в то время как «Closer» занял 6 место. Обе пластинки получили повсеместно положительные отзывы. По словам Дэвида Нолана, для британской музыкальной прессы это была долгожданная кульминация постпанка, когда, наконец, нашелся тот, кто действительно имел в виду то, о чем пел.